Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Это интроверты и одиночки, которым необходимо свободное время и уединение, чтобы спокойно медитировать и размышлять о загадках бытия и Вселенной. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Сталкиваясь с этими людьми, родившимися под знаком Нептуна, можно долго ошибаться на их счет. Они могут быть внешне очень спокойны, часто производят впечатление робких и нерешительных людей. Но это первоначальное впечатление, как правило, обманчиво и означает только одно. Еще не пришли в действие силы, которые заставят забурлить и понестись вперед, сметая все на своем пути. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.